Ну что, йога или яга? Опять спит в забавной позиции. Это, конечно, нечто, а не ребенок. Ой, не знаю, видно, как она лапки, ручки. Он ладошками назад. Лицо такое. Релакс. После спа-салона, типа, маску на лице нанесла, и вот балдею. А ноготки, типа, сохнут, накрашенные, поэтому пальчиками назад. Вау. Ой, за мной подсматривают. Вот же ж внимательные глазочки. А хвостик там вообще вместе с жопкой свисает. Хвостик вон он вообще. И лапки там висят. Короче, как-то так. Ну, нормально ребенку, удобно, и слава богу. О. Я же говорю, йога имя у нее. Сама себе имя выбрала.